День Победы и сейчас остается для нашей страны самым важным праздником. Во всех детских садах ежегодно проводятся праздничные мероприятия. В течение недели в группе был проведен целый цикл мероприятий, посвященных празднованию предстоящего 30-летия Победы. И хоть времени подготовиться практически не было, воспитатели, родители и, самое главное, сами дети постарались сделать так, чтобы все провели время с пользой. Дети просматривали музыкальные видеоматериалы, разучивали стихотворения, знакомились с произведениями военных лет, изучали государственные символы. Вот тебя,